Здравствуйте, в эфире ЮНьюс, новости Оренбуржа на телеканале ЮТВ. С вами Юлия Боровикова, и в ближайшее время мы расскажем вам о самых важных и интересных событиях сегодняшнего дня. А теперь коротко тема выпуска. 3 пожара за 3 дня. В Оренбурге идет активная борьба по уменьшению количества пожаров. Может быть, не было бы этого железобетонного блока и успели бы спасти людей. Ежедневное взыскание алиментов и выдворение мигрантов. Служба судебных приставов отмечает свой юбилей. Зародилась она еще во времена судебной реформы Александра II, и разные этапы в существовании службы были, и в советский период. Но в современном виде она появилась в 1997 году. От Елшанки до Гагаринского путепровода. В Орске планируется реконструкция трамвайных путей. По проекту без остановки в одну сторону. То есть сначала один путь мы делаем, потом второй день. То есть движение там будет осуществляться. Бодибилдинг в массы. В Оренбурге состоится очередной межрегиональный чемпионат среди культуристов. Бодибилдинг – это один из основных видов физической нагрузки. Об этом и многом другом в нашем сегодняшнем выпуске.